Всем привет! Я Александр Северов и с вами компания «Болгаз». Сегодня мы поговорим про особенность установок газовых колонок. Самое важное, чтобы установку, а именно ее пусконаладку, делал мастер из газовой службы. Лучше всего, если это будет сервис от производителя, потому что именно его специалисты знают все тонкости и особенности монтажа, ремонта и обслуживания. При самостоятельной установке вы не только подвергаете себя риску, но и лишаетесь гарантии от производителя. А также можете получить административный штраф до 8000 рублей. Не стоит экономить на собственной безопасности, ведь установка газовой колонки стоит не так дорого. Например, в нашем сервисе «Болгаз» вы можете вызвать мастера всего за 2500 рублей. Есть требования и к помещениям, где стоит газовая колонка. При монтаже подводки стоит обратить внимание на шланги, чтобы они не скручивались и не сгибались. Также проверьте наличие запорных кранов перед входом на колонку газа и холодной воды. Все эти тонкости прекрасно знают мастера газовых служб. Вызвать нашего специалиста на установку газовой колонки вы можете по телефону нашего сервиса 380 40 80.